Ладно, покажем, не покажем. Здорово, ребята. Добрый день или здравствуйте всем, как кто-то вечером смотрит днем. Салям алейкум. Сегодня мы... Этот у нас как в группе будет, да? Но я его перезалью на лайв-канал, и, соответственно, кто на лайв-канале видит, мы уже всех поздравляем с наступающими праздниками. Подтягивается народ. Всем салям алейкум. Малейкум. Но сейчас только начали, хотели кнопочку нажать. Юра звонит из Брянской области. Юрий, привет. Я говорю, ёкалам, а ты как обычно вовремя. И все. Мы не хотели, а я что, зашел на почту, у нас сегодня, оп, но это, наверное, отдельный станок пришел заточной мне, какая-то шляпа мелкая. Ну ладно, сейчас в процессе распечатаем. Света много посылок получает, ребята. Последнее время. Да, и что? У нас, в общем, думаю, мы завтра-то вообще никогда нет. Поздравлять, да, поздравлять. Мы-то с Аней не празднуем. Нам что, лишь бы выпить, пофигу. Но... Ему особенно. А это не значит, что вы не празднуете. Вот, хотели вас с наступающим. С наступившим уже кто будет в записи смотреть. И со следующим годом поздравить. И, ну, Рождество все, так-то весь нормальный цивилизованный мир празднует Рождество. Но как вы знаете, что коммунисты в 17 году с церковью боролись. И, соответственно, праздник подменили, ценности, понятия. Ситуацию изменили. Да, и начали календарные даты праздновать. Также можно праздновать начало каждого месяца, начало каждой недели и начало каждого нового дня. Ура, товарищи! И вечера! И вечера! Так что у нас с Сашей праздник каждый день. Forever! Аксессуарос написано X1. Что думаешь за аксессуарос X1? X1? Да. Здорово, Омск тут. Да, кстати, надо читать, я забываю. О, это я знаю, что такое, Саня, это не X1. Это какая-то зарядка на... Это ночное видение, господа, у нас. Откуда? 12 вольт. Ага. Это дополнительная подсветка на камеры. Шпионить буду я, в общем. Шпионы. Читай, Саша, что пишут-то. И, так, пользуясь чё, случаем... Больно быстро идет. Погода у нас вообще... Плюс один. Плюс два даже сегодня. У меня весь снег с крыши сошел. Сколько у вас время? Ну... У них московское время, видишь, им даже за меня. Стрим будет коротенький, Саша ищет 3 человек. Саша, расскажи. 3 человека надо на работу. Сушилку разгрузить. Загрузить. Загрузить, сколько кубов? 20 пока. 20 кубов, меня зовет, я говорю, не, ты че, я... Да там за 1.5 часа можно сделать. И сколько платят? Загрузка 3... 3 тысячи каждому? Нет. Нет, на все? Да. 25 кубов, 3000 за... 20 кубов там... Ты чё, так ты чё, блин, за час-то, блин, это нормально? Ты представляешь, сколько это куб? Это втроём, блин, считай по 1000. По 1000 рублей. За 2 часа. Потом будешь неделю геморрой лечить опять водкой. Там не больно. От тяжести. Там не больно. Всех заступающим, пацаны. Хо, Гитлер! 16 человек, ну это... Я не знаю, стрим на основном канале, когда у нас будет, Саня? Я фиг знаю. Первого, когда, может когда, второго сделаю. Завтра, когда ты сделаешь, так, блин, тогда и будет. Я вот тут хотел пригласить, он говорит, бери литр водки. Я говорю, у меня нету на литр водки. Он говорит, без водки не стримлю. Ха, как Коля тоже стал. Не, я бы просил бутылочку всего лишь, блин. Всего, да, ну ладно. А ты, блин, сразу... Пацаны еще на Линске заезжали, уже посидели. Поснимались где-то на бложик, на лайв-канал тоже должны выложить. Кстати, Олег из Казани, привет тебе, если ты смотришь. Чепецким пацанам тоже привет. Чепецким привет. Мы чат-то читать, что-то выхватываем, тут 2 строчки влезают, все. Так у нас, блин, и все это, с Новым годом только поздравляют. Вторая посылка, забыл рассказать, я сейчас, наверное, домой приду, это заточной станок для заточки цепей пильных. Распечатать не буду, но что-то он плохо там, доехал. Что-то там, блин, много барахла всякого. Я, в общем, отдельно ролик снизу, если успею, завтра его выложу на лайв-канале. Из Бирюлёва нам, прикинь. Берилёва тоже привет. Из Татарстана, heavy metal, ребята, лохабар. У нас уже вся деревня пьяная здесь ходит на ушах. Да, вообще все в дребезги, блин. Один тарин только, блин, трезвый, блин. Так сейчас ты 3 человек найдешь, разгрузишь 3000, вам заплатят. Гуляем все праздники. Да где я, блин? На 1000 рублей. Я, блин, за 2 часа их, за 2 загрузил, за 2 и пропил. Беларусь, привет, тоже с наступающим всем. Беларусь, пацаны. Центр Европы, привет. Так что увидимся, я не знаю, наверное, когда. Ну, после из Лондона, года. Прикинь. Ну, Лондон, а как по-английски? Happy Bell. А, нет, подожди, как там? Happy New Year. Happy New Year, да. Как-то так. Йошкар-Ола тоже с нами тут. Челябинск с нами. И Крым тоже. Крым у вас плюс 14, приглашайте в гости. Я к вам еще зиму жить приеду туда. Вы там в шортах гоняете, в шортах. У нас тут...
фуфайках, как бы это, космонавты надеваемся, чтобы на улицу выйти, целый скафандр надо натянуть. И 10, да, полки. Еще на очки надо, бля, я обогреватель. Ну да, Тверская область. Вы что там работаете все? Тверская-то там у них нормально. Ну, в общем, что собрались-то? Вот просто про ее с Новым годом. Всех, кто там в группе зашел, кто на лайв-канал тут тоже зашел, сейчас перезалью дома. Респект. Всех респект, всех поздравляем, там сильно не пейте. А лучше вообще в трезвом виде проведите. Меня в гости приглашают в Киров. Я говорю, не, я не поеду. Че там, баланов вас пьяных слушать? Ну, вас нахер. Да, да. Мы трезвые, Новый год. Я вчера тут наслушался, блин, бакланов там. А, тут каждый день. Не, вчера, блин, я тут вчера тебе опять одного не набил. Второй раз залезут и лезут за стол. Я говорю, а что, посидеть негде, что ли? Наплыв какой-то. Общаться любят все. С наступающим, пацаны. Девчонки тоже. О, Нурлат, я там был, там Сахарный. А там я на паровоз лазил, блин. Там, ну, на случай войны паровозы все законсервировали. Это, ну, и на этом, на Урале? Нет, это в Татарстане. А-а-а. Нурлат, ну, там сахар производят. Влад. Диме не ездил, я это, там дороги пока нет. Я ему звонил. Он говорит, буду в ваших краях. Я говорю, если ваших будет... Ой, Токио, прикинь. Тоже привет, ребята. Токио? Так это русские. Оккупировали. Так они уже там это... Такие же ребята стали. Ничего личного, ребят. Никаких этих. Давай новые находки. Ролик про находки я сделал, наверное, числа 1-2. Пропьетесь как раз, и тогда уж там будете в отлежке лежать. Находки. Ну и стрим сделаем. Сейчас, пацаны. О, медал из Антарктиды, привет! Антарктида, там откуда интернет-то у вас? Так у них, наверное, со спутника это все равно ловят как. Они же там... А у меня тоже был спутниковый интернет, но все равно исходящий трофей. Антарктида даже привет передает. Двусторонний, походу. Ну все. Бурятия, привет. Где Колян? С кем Колян. Могли, с кем не повидали. Колян в алебастре. Колян 2 недели вообще, он синий ходит. Я не знаю, на что пьет только. Валибастре. Я не звоню, он постоянно синий. Говорю, привет, откуда, блин, нам только что привет передали. Ладно, да. Поставлю тоже, покажу. На следующий год уже сделаю. Вот это точно видно, что это ночного вида инфокрасники. Ирка порты, да, он тут датчик освещения, он сам включается. И датчик, ой, движения нету, это же не камера. На движении у меня камера. И 12 вольт, как я вам показывал. Соответственно, воткну, потому что у меня камера чуть низко смотрит у калитки, и она, которая дорогу не освещает, бьет чуть а ниже. А ты квадрику можешь подключить, и будешь ночью же ездить. В этих очках ночной линии. Тоже вариант. Там же 12 вольт. У меня даже на ботоблоке было. Что с каналом спрашиваю? Да хер знает. Я с нашими не общаюсь уже, ютубовскими. В ютубе работают одни ублюдки. Я сейчас это и понял. Я сейчас с американцами общаюсь. Вчера опять с ними общался, а поддержка, я уже рассказывал, что она независима от кто страйки снимает. Арабские Эмираты нас. Они все, sorry, I'm sorry, мы извиняемся, мы разбираемся, передали там туда в ближайшее время, 2 месяца прошло, в ближайшее время. И у меня уже этот канал там на России отписались уже, я уже буду новый, наверное, разбивать. Вот так, этот чувак пишет уже второй раз, чувак. В камерах шаришь или нет? Вот этот, панкратьев. Шарят только в это, в очко. Не, почему хочешь? Шарят, только, блин, подшипники, шарики. Я, смотря в каких камерах, разбираемся, мы разбираем. Нельзя все знать, можно всему научиться. В принципе, я когда телефоны беру на прошивку, меня спрашивают, можете ли прошить или отремонтировать. Я говорю, оставляйте, посмотрю. Это значит, что я умею. Я могу научиться зайти в интернет, 4 ПДРУ, все посмотреть, все прошивочки, когда все делается, и, соответственно, за день все ремонтируется. Также и с камерами, понятно, что разбираемся. Что на пилораму человека? На пилораму человека нужны нам сюда. Нет, так-то нет. Просто у нас все пьяные, блин. Работать некому, но и лес надо отгружать в Грузию. Грузия. Дима с Вагой нормально поживает. Сейчас что, надето будет, все хорошо у него. Саня интеллигент. Какой я вам интеллигент нахрен? Вы че? Штурвальчики почем? Че за штурвальчики, непонятно. Тут чат больно короткий, господа. Да, быстро, блин, я не успеваю читать. Елку ставил, у меня с прошлого года елка стоит. Да. Мне подарили маленькую елочку такую, она у меня как стояла, так. Круглый год летом пропылесосил, зимой готова. Так что мы круглый год, у нас Новый год. Гатчина, в Гатчине я был тоже. Коля чемпион отвечали уже, в Синьке почему-то весь день. Он в Алебастре. Ижевск. Как ты дошел до англичан в Ютубе? Они сами дошли, мне кажется. А нет, там, где с поддержкой допишешься, там внизу переключить на английский язык. Mm-hmm. Переключаешься, у тебя весь интерфейс английский встает, и, соответственно, ты уже... Понятно. Поддержка у тебя англоязычная. И это... Да мне кажется, что и русскоязычная тоже сидит. Не у нас, а не что Москве, это? А там три скобки. Четыре скобки. Штопанная. Это смайлик, да, типа?
Чего? Три скобки. Подряд. Три скобки — это улыбка. Три раза улыбнулись тебе. Еще не... лаечки тут иногда ставить. Надо вот так улыбаться-то. И вот так вот. Тут можно и смайлы целовать, просто не посылают. Тут наши и смайлы могут. Ну смотри, да, летят маленько штучки. А где видео? У меня ничего нет. Какое видео еще? У нас зима тут, какое видео, блин? Ёлку. Зима, весной только начнем видео выпускать новое. Да, грязь покажем нашу. Ну да. Серега, тебе ключи вернули? Новый Триал шлет привет. Триал. Триал. Через да. Твердый знак главного. Триал. Дождь идет. Везде, везде тепло идет полностью. Здорово, Серега. Вот Серега у нас пришел. Прошли телефон. Чего у тебя за телефон? Хуй знаю. Сейчас, погоди, стрим закончим, так глянем, чего у тебя за телефончик. Да телефончик. Ты смотри пока по стриме. Давай. Так, так. Вопросы, ребята, задавайте, пожалуйста. А у тебя еще это? Android 5 старенький какой-то. Меня устраивает. Ну и мы понятно, что, да, Серег? 4.4.2 версия Android Galaxy. Привет, N2. Семен Люшин. Что, договоримся? Легко. Все, господа, давайте, у нас тут дела обрисовались. Всем спасибо, кто сделал. Всех с наступающим. Увидимся в Новый год или после Нового года. Ну, Саня тоже тут будет. Да. Прощайся, Саша, со всеми. Здорово, ребята. Вернее, до свидания. Всем пока, увидимся.